вот и готовый брауни, готовила впервые. Я надеюсь, что он будет очень вкусный. Во всяком случае, он так выглядит. И вот такие у меня новые цветочки сегодня. Очень красивые. Доброе утро, девочки! Давно я не показывалась к вам. Вчера у нас открыли магазины, некоторые крупные, которые мы ждали, TK Maxx открыли, и мы пошли не в самый центральный TK Maxx, а такой более районный, но он тоже в торговом центре. Там пришлось нам ждать очередь 20-минутную, и совершили там некоторые покупки. Я вам их потом покажу, но так как мы пришли вечером и ждали еще в очереди, я не успела ничего примерить из одежды. И ничего не купила. И вот думаю, может быть, мне пойти сегодня и нормально там уже все рассмотреть, что-то себе приобрести. Потому что погода меняется, и нужны некоторые такие вещи, которых мне не достает, которые я не взяла из дома. И в TK Maxx очень хорошие цены, там можно найти на разный кошелек одежду. Я хотела бы, наверное, что-то посмотреть. Если я пойду, я обязательно возьму вас с собой. А пока у меня завтрак. Сейчас начинаю с чая и вот таких бутербродов. Приятного аппетита! Всем большой привет, друзья! Только что записала для вас объявление. Я надеюсь, вы его увидели. И сейчас я иду в TK Maxx и вообще иду в торговый центр в Гизендбрюнене. Может быть, вам что-то поснимаю, потому что я уже была в TK Maxx, но там практически ничего не купила. А я выкладывала в Инстаграм. Я знаю, что многие меня не смотрят в Инстаграм, кто здесь подписан. Вот. Сегодня мы пошопимся с вами. Будет такой шопинг-влог. Больше пока ничего не снимаю, мне лень, но сегодня у нас все открылось. Открылись кафе, магазины открылись чуть раньше, поэтому пойдем посмотрим, что там продают. Мне нужно немножко обновить свою одежду, нужно купить каких-то легких, удобных вещей. Маски никто не отменял, но зато, смотрите, все магазины работают. Вот есть тут Дуглас косметический, но не знаю, возможно, я в него уже не успею зайти, потому что я хочу именно по одежде пройтись. Вообще людей достаточно много, но все в масках, так что все ок. Ребят, немножко пройдемся, посмотрим, какие магазины, вам все покажу. Почти во всех торговых центрах Берлина сделана стеклянная крыша. Она пропускает еще больше света. Это действительно красиво в такие солнечные дни. На самом верху торгового центра парковка. Вот здесь уже видно парковочные места. И вот там такой мостик, сейчас хочу на него подойти. Я на самом верху, тут очень-очень жарко. И, как видите, на крыше еще стоят зеркала для того, чтобы получать еще больше света. А вот этот мостик. Если, например, кто-нибудь станет внизу с фотоаппаратом, то на нем можно прикольно сфотографироваться. Короче, я решила идти в TK Maxx, потому что тут опять очередь. Мы в прошлый раз покупали вот такие вот носки от Calvin Klein, очень хорошие. Я сняла маску, это просто какой-то кошмар. Вещи. Тут уже столько всего, что мне не подошло, мне очень нравится, но размеры большие. Например, вот этот пиджак просто крутой, такой укороченный. Ну, вот это я, наверное, буду брать. Это простая одежда, на каждый день комфортная, удобная, из хлопка. Я уже справилась с TK Maxx и хочу зайти в еще один магазин, в котором видела обувь. Мне нужно что-то из обуви. Извините, я сильно близко вас к себе подношу. Еще я хочу в Манго зайти, но Манго есть возле моего дома, поэтому... Здесь я его и не видела, и если даже он есть, нет смысла. Прикупила себе еще по дешевке обувь. Сейчас очень трудно что-то выбрать, так привыкла к спортивной обуви, что теперь не могу перестроиться на что-то другое. А покажу вам, что взяла.
Также, конечно, нужно купить еды. Не знаю, буду ли снимать закупку, но вот так вот, в принципе, все видно, что берем.